Огненное ЧП в столице. Накануне в одном из домов по улице Каховской произошел пожар. В огне погибла 80-летняя хозяйка квартиры. Все произошло накануне. Внучка пришла навестить бабушку, открыла дверь, а оттуда повалил густой дым. Девушка бросилась к соседям звать на помощь. На место выехал пожарный расчет. Огонь потушили за 15 минут. И только после этого осмотрели квартиру. В одной из комнат и обнаружили обгоревшее тело пенсионерки. В настоящее время версию короткого замыкания можно исключить, потому что оборудование, электрооборудование, находящееся в жилой комнате, не повреждено. Электророзетки все практически целые, автоматы защиты были в включенном состоянии. Даже телевизор с декодером были включены. Никаких следов насильственной смерти, говорят специалисты. Инспекторы рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и возможность суицида. В ходе разбирательства установлено, что погибшая более 2 недель не поднималась с постели. За пенсионеркой ухаживали родные и каждый день ее навещали. Николай Стоянов по материалам пресс-центра МВД.